Георгий Рублев памятник. Это было в мае на рассвете. Нарастала стены стагобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в голубых глазах застыл испуг. И куски свистящего металла, смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как прощаясь летом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой, дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под острелом полз боец, и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Дедовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтоб стоять века. Памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся во мгле. Вот это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле.